Всем доброго времени суток. Я сегодня хочу сделать такое видео, показать вам обещанные покупки. Я вам рассказывала, что у меня был день рождения, и я себе сделала кое-какие заказы, получила подарки в плане растений. И тема растений, как вы знаете, для меня очень важна. И поэтому я вам хочу показать, что же я себе выбрала. Сейчас покажу вам те товары, которые я буду использовать для своих растений комнатных. И потом сами растения тоже покажу, конечно же, друзья. Так, я себе взяла сегодня опять в магазине. Я взяла дополнительно к своему подарку еще вот такие луковицы тюльпанов. 10 штук здесь в упаковке. Брала их в магазине Action. Очень дешево. Вот такая упаковка стоит 1 евро 28 центов. Там есть в наличии как 10 тюльпанов, так и 15. Я взяла вот такие. И здесь 10 штук всего. И я зачем их взяла, друзья? Потому что я себе также в подарок дополнительно купила вот такую вот. Вот такую вот стеклянную шаль кашпо, или не знаю, как это будет называться по-русски, на русском, если честно, да. Вот такая посуда стеклянная. Я взяла ее, и она мне обошлась тоже в 2 евро 49 центов, плюс-минус, да. Это недорого, вот за такое качественное... За такую качественную вещь. Напишите, как это называется, мне будет интересно, да? Потому что-то мне в голову не идет даже название именно вот этого вот блюда, или как это назвать. Я сюда буду высаживать именно вот эти тюльпаны. И потом я вам покажу, как я их буду сажать и что я с ними буду делать, друзья. Взяла в магазине Action. Также в этом магазине я взяла себе для своего флорариума. Вы видели, у меня флорариум сейчас есть, но я буду его переделывать, потому что хочу емкость побольше, чтобы его не тревожить, чтобы он подольше там рос. Ну и визуально это будет выглядеть намного красивее, да? Вы видели обзор немецкого магазина цветочного в Германии. Я показывала там банку, которая стоила 16 евро. Я фотографию прикреплю. Там дизайн другой, размер почти что такой, да, но моя намного круче, интереснее и красивее, и дешевле. Вот такую большую колбу я купила за 6 евро, 5 евро 90 там с копейками центов, да, и та другая 16. Вот это вот я буду делать, я потом вам покажу, конечно, этот флорариум, так, куда бы мне поставить, чтобы ничего здесь не разбить. Также я себе взяла, немножко пошуршу сейчас, друзья, так, штатив повело. Снимаю на новый штатив, наверное, буду назад его отправлять. Что-то, знаете, тоже не особо мне нравится своей практичностью. Поэтому, так, может мне включить здесь свет? Подождите, я сейчас. Вот так, мне кажется, намного интереснее, да, когда на заднем плане деревце светится. Так, и я также взяла себе в магазине Action вот такой керамзит, мелкая фракция. И меня удивила его цена, друзья. 5 литров там можно купить за 2 евро 39 центов. Это очень-очень дешево. И мелкая фракция, я еще не знаю, каков он внутри. Но я взяла, потому что там осталось буквально 3-4 вот таких пакета. Разбирают их очень быстро, как я поняла. И в дело он всегда хорошо пойдет. Также, что я себе еще взяла в подарок ко дню рождения. Так, руки пыльные. Так, у меня вот здесь вот клеится лежит. Очень я давно хотела вот такое блюдо. Это блюдо идет как... Под торт, подставочка такая, да?
Можно различные маффины, хоть что на нее, в принципе, можно, да, и пирог, и, ну, как фантазия у вас работает. Но я, соответственно, хотела на нее ставить, как вы уже догадались, цветы, да. Все мне в нем понравилось, в этом блюдо. Единственное, мне не понравилось, что вот этого зайца, его нужно самому приклеивать на специальный такой керамический какой-то, вот знаете, фарфоровый клей. Это все приклеивается делом. И он, я надеюсь, он приклеился. Я аккуратно покажу вам. И он вот так стоит и держит все это дело, да? Вот так. Я сейчас, конечно, его поставлю, чтобы он вот так положу его, чтобы он хорошо уже окончательно схватился там, чтобы это было надежно, потому что не хочу, чтобы он отвалился. Я могла, конечно, это позже вам все показать, но мне просто нужно эти вещи сейчас все разложить по местам, поэтому я делаю видео и все это убираю. Соответственно, я хочу на него ставить какие-то цветочки. Скорее всего, это будут какие-нибудь суккуленты. Потому что если здесь будет 3 или 5 маленьких суккулентиков стоять на белом фоне, это будет выглядеть очень красиво. В белых таких маленьких аккуратных кашпо. Не знаю, куда я его поставлю. Там были размеры 3 вида, S, M и L. Вот это L размер. 25 сантиметров диаметр был, еще 20 и, по-моему, 16 или 18. Я взяла, как всегда, побольше. Не знаю, может быть, мне надо было взять средний, потому что теперь мне нужно думать, куда мне его разместить. Но зато сама площадь, куда я могу ставить растения, здесь очень хорошая. Я его брала очень-очень дешево, друзья. Я его купила, поэтому я очень рада. Так, убираю его сюда, и он будет сейчас, как говорится, дожидаться своего часа. Потом, когда я его поставлю, расставлю, я вам все покажу. Также я взяла вот такую штучку, это делать презентацию, вот такая вот штукенция, она зеркальная, золотое вот такое вот основание имеет. Понятное дело, на ней я вам буду показывать свои растения, ну или какие-нибудь товары, может быть, еще, да, когда вот буду обзор делать, потому что смотрится это все очень гармонично и легче это все со всех сторон, и лучше вы можете рассмотреть. Так, вот такие золотые разбирали очень быстро, как горячие пирожки, еще там были черные. Брала на тему. Также есть такие товары на Amazon, но тоже их разбирают очень быстро, и приходится ждать, пока у продавца опять появится этот товар в приложениях. Так. Из таких вещей это все, что я на данный момент имею. Я вам потом еще покажу, потому что продавец разделил мою посылку на 2 раза. Еще у меня должно прийти пару вещей. Потом я вам покажу. Так, ну а сейчас я переключу камеру, чтобы было вам лучше видно все мои новые цветы, которые я взяла себе на свой день рождения, которые я выбрала, мне их подарили с радостью. Некоторые вы уже видели, в кадре они мелькали, некоторые сегодня я взяла, может, вы в последнем видео тоже их видели в тележке, но чтобы досконально их показать и рассмотреть всю их красоту, я еще вам не показывала, друзья, поэтому я сейчас покажу вам и немного про них вкратце расскажу, сколько они стоят, где я их купила, ну, короче говоря, переключаю камеру и приступаем к просмотру. Ну вот, друзья, я вам сначала хочу показать вот эту вот штучку. Вот так она выглядит вблизи. Я установила сейчас сюда USB кабель. И также можно ее включать с помощью батареек. А вот здесь имеется кнопка, которую я сейчас нажму. И пошло движение, как вы видите, да? Немножко заляпало я зеркало, поэтому извиняюсь. Она имеет реверс, то есть мы можем нажать кнопку. Так, неудобно это делать одной рукой, друзья. И она идет в другую сторону.
Она не шумная. Немножко такое легкое жужжание, такое ненадоедливое. И вот так вот, если я буду держать, она выключается. Ну, а сейчас я покажу вам растение. Так вот представляю вашему вниманию молочай миля или терновый венец. Что-то она потряхивает ее, может, она для нее слишком легкая. Я не знаю, друзья. Не очень мне это нравится, конечно. Молочай мили, терновый венец был у меня в виш-листе. Вы знаете, уже немножко вот желтит лист. Будем его снимать. Купила я ее тоже в цветочном магазине Маук за 3 евро. В Денере сегодня я видела точно такую же за 2,50. Вот это цветочек, который я взяла себе на день рождения, который я хотела очень давно. Сейчас покажу вам следующее растение. Следующее растение имеет очень интересное название. Это афиландра. Этот горшочек немножко потяжелее, постабильнее. И крутит его вот эта вот штукенция получше, как мне кажется. Слишком легкие горшочки, она начинает вот вибрировать и что-то вытворять из ряда вон выходящее, друзья. А вот такие листья имеет это прекрасное растение. Я, если честно, первый раз увидела такую красоту в цветочном магазине и, не раздумывая, поставила ее себе в тележку. Посмотрите на структуру листьев. Растение в комнатных условиях может вырасти до 1,5 метра при правильном уходе и содержании. Также эта красавица может цвести очень красивыми и интересными цветками. Чаще всего это желтые или оранжевые, в редких случаях розовый окрас имеет цветение. Вот так. Ну и переходим к следующему подарку моему. И сейчас, друзья, я предлагаю вашему вниманию вот такую красивую хою. И, пожалуйста, кто знает точный сорт названия этой хои, будьте добры написать мне в комментариях. Потому что я не могу определить сорт, то ли это хоя лакуноза Black, то ли это разновидность хоя эскимо. Я не уверена, поэтому жду вас в комментарии. Вот такая вот красотка. Очень красивое растение. Очень такое, знаете, оно нежное, аккуратненькое. А вот такие ее мелкие, достаточно довольно листочки. Имеют такой болотно-зеленый оттенок, немножко приглушенный такой, переходящий в темный, ближе к черному. Очень интересно смотрится. Еще они установили вот такие две дуги в виде арки, что в дальнейшем позволит мне очень хорошо и красиво оплетать весь этот горшочек, все это кашпо. Ну, а я показываю вам следующее свое растение. Это вот такая очаровательная бегония под названием Cracklin Rose. Я вообще была уверена, что это бегония макулата, потому что и на самом кашпо также написано, что это бегония макулата. Целых 2 раза, друзья, да-да. Но я скажу так, может быть, я ошибочно хотела себе макулату, потому что... А в принципе, вот такой лист меня уже устраивает, и я вот ее, наверное-то, себе и хотела, друзья. Поэтому покупке я все равно рада, и как бы вы можете видеть, ей у меня нравится. Она выдает уже, листик уже раскрывает, и там у нее еще в несколько местах еще лезет у нее там, листочек будет и не один. Поэтому вот как-то так.
Сейчас покажу вам, что написано на кашпо. Вот, смотрите, друзья, здесь две наклейки с названием «Бегония макулата 1» и вот «Бегония макулата 2». Поэтому, как бы, я тоже была уверена, что это «Бегония макулата». Также покажу вам еще одну «Бегонию». А вот так вот она выглядит. Она тоже легенькая, маленькая, поэтому здесь вот это вот потряхивание будет, наверное, посильнее заметно, друзья. Вот так вот. Очень интересный окрас имеет. Имеет вот такие, знаете, розовые точечки. Не знаю, почему так моторчик ее теребит. Я имею в виду вот эту подставку. Выдерживает вообще вес до 3 килограмм по-нормальному. Ну и также покажу вам вот эти вот хищники у меня здесь посажены. Видите, здесь вот потяжелее уже банка, и она ее лучше вот презентацию делает, да? А вот такие хищники у меня здесь находятся. Это сарацения и венерина мухоловка. Их я и буду пересаживать во флорариум. Потому что сейчас они у меня находятся вот в такой вот банке. И я вот хочу более презентабельный вид для них сделать. И как бы, чтобы им было удобнее там жить, расти и, как говорится, размножаться. Так, я залезла на полку, потому что я уже эсхинантус мраморный повесила на окно. А вот так он висит у меня в таком кашпо. Это кашпо раньше было макраме, я имею в виду, у Валерика в комнате. Я сама его вязала, точнее плела. И сейчас вот на нем эсхинантус мраморный, который я тоже выбрала себе в подарок на свой день рождения. Вы знаете, тоже он был у меня в моем виш-листе. И теперь вот он у меня есть. Очень он красивый, приятный. И я надеюсь, что он также будет меня радовать, как и другой его сосед эсхинантус. И также будет идти в рост. Вот так. Вот такие вот подарки у меня на мой день рождения я себе выбрала и заказала, да? Покажу вам потом остальное, что мне пришлют, потому что продавец разделил заказ. И потом я вам, конечно, это все покажу, друзья. Вот так. Спасибо всем за просмотр. Желаю всем всего хорошего. Спасибо огромное всем за поздравления, друзья. Я читала, все видела, все. Вам очень благодарна за все. Желаю всем всего хорошего, всем удачи и пока.